сборная России по мини-футболу потерпела поражение в финале чемпионата Европы. Соперниками россиян были португальцы. Матч закончился со счетом 4-2. Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Сборную России вперед вывел Антон Соколов. Российский футболист получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и нанес удар. Он получился не самым сильным, но голкипер португальцев пропустил мяч под рукой. А на 13-й минуте Андрей Афанасьев удвоил преимущество россиян, пробив в дальний угол. В концовке первого тайма португальцы смогли сократить отставание в счете, отличился Томаш Паку. На 27-й минуте Андре Каэлью восстановил равновесие в счете. Он пробил с боковой линии, а российский голкипер ошибся, зацепив мяч. Во втором тайме Каэлью оформил дубль и впервые в этой встрече вывел свою команду вперед за 8 минут до конца. Отыграться россияне уже не смогли. Уже на последних секундах португальцы забили в пустые ворота. На этом все. Вы были на канале «Стихии спорта». Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!